Добрый вечер! Сегодня среда, 18 ноября. Как всегда в это время в эфире Новоуральской вещательной компании программа «Объектив». Самые свежие, актуальные и интересные новости нашего города. В студии Альбина Бабкова. Смотрите в выпуске. Губернатор поставил задачу перейти к комплексной системе привлечения инвестиций. Это принесет области 19 миллиардов рублей. В Новоуральском городском округе уже реализуется одно из направлений инвестиционного послания Евгения Куйвышева, а именно стимулирование малого и среднего бизнеса. Сегодня в первом чтении Дума Новоуральского городского округа принимала бюджет. Московские гости в детской школе искусств Новоуральска. Ансамбль «Классика Арт» порадовал любителей духовых инструментов. Инвестиционное послание губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева на 2016 год определило задачи для эффективной реализации инвестиционной политики и социально-экономического развития территорий. Во-первых, необходимо сформировать новое качество инвестиционного климата. Такое явление, как административные барьеры для бизнеса, должны уйти в прошлое. Вся деятельность государственных и муниципальных органов управления должна быть направлена на стимулирование инвестиционной активности. Во-вторых, ключевым направлением инвестиционной политики в Свердловской области должны стать проекты государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Сегодня уже реализуется 17 таких проектов. На стадии проработки еще несколько. Это третий пусковой комплекс автомобильной дороги вокруг Екатеринбурга и строительство автодорожного моста через городской пруд в Нижнем Тагиле, а также ряд других. Предварительная оценка инвестиций по уже обсуждаемым проектам может составить порядка 19 миллиардов рублей. Третье – это планы привлечения инвестиций в каждом муниципальном образовании. Уже в 2016 году каждый муниципалитет должен найти свой инвестиционный проект или, еще лучше, пакет проектов. Работа в муниципалитетах, по словам главы региона, является наиболее важной задачей. В этой связи поручаю каждому исполнителю органу государственной власти и местного самоуправления в течение 2016 года сформировать дополнительно не менее 5-7 инвестиционных предложений. Я уверен, такие предложения есть. Просто нужно по-новому взглянуть на эти предложения и сделать все для их реализации. Еще один ключевой момент инвестиционного послания губернатора. Начиная с 1 января 2016 года должен заработать комплекс дополнительных мер по увеличению притока инвестиций и стимулированию малого и среднего предпринимательства. При этом прошу уделить особое внимание вопросам выстраивания субъектов малого и среднего предпринимательства в кооперационные цепочки с крупными предприятиями. В целом это серьезный резерв для инвестиционного роста, и мои предварительные переговоры с нашими самыми крупными промышленными предприятиями имеют положительный результат к ведению такой работы. Что касается Новоуральска, то в этом направлении в нашем округе уже сделаны эффективные шаги. Речь идет о создании единого центра поддержки предпринимательства. Три кита, поддерживающих новоуральское бизнес-сообщество, торгово-промышленная палата, фонд развития предпринимательства и бизнес-инкубатор располагаются теперь в одном здании. Бизнес-центр ставит перед собой задачу аккумулировать все имеющиеся возможности для развития малого и среднего бизнеса в округе, создавать возможность доступной финансовой поддержки бизнеса в виде городских и областных грантов, а главное – создать в Новоуральске благоприятный инвестиционный климат. Опыт достаточно уникальный, потому что в других городах нет и объединения таких вот трех структур. В принципе, только в Екатеринбурге все три представлены. Даже там в Нижнем Тагиле там бизнес-инкубатора нет, например, палаты и фонд есть. Ну вот. Так и опыт предоставления зданий. То есть, если где-то там лет 10-5 назад это еще была такая волна, что да, открывали бизнес-инкубаторы, строились, то сейчас это все вот в целом по области удивляются, что как вам это удалось. Полным ходом идет работа над принятием бюджета Новоуральского городского округа на 2016 год. Проект главного финансового документа, регламентирующего жизнь всего нашего округа, напечатан в газете «Нейва», а также находится в свободном доступе в Центральной публичной библиотеке, в сети интернет, в том числе на сайте администрации Новоуральского городского округа. Главные принципы работы над бюджетом – прозрачность и гласность.
Наша съемочная группа убедилась в этом, побывав на публичных слушаниях с участием жителей города и на составлении сводного заключения постоянных думских комиссий на проект бюджета. Подробности далее. Задачей думских комиссий на этом этапе работы над бюджетом было свести все предложения депутатов в сводное заключение, чтобы потом они попали в сводный протокол для согласительной комиссии. В целом народные избранники с одобрением отнеслись к проекту главного финансового документа округа 2016 года. По словам депутата Андрея Великова, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и смещение сроков принятия российских бюджетов всех уровней, проект бюджета Новоуральского городского округа выглядит достойно. А зампредседателя Думы Борис Мельников отметил, что в этом большая заслуга и всех наших депутатов. Ведь в течение всего года, участвуя в работе новоуральских общественных организаций и думских комиссий, принимая избирателей, народные избранники так или иначе уже работали над будущим бюджетом. Поэтому ряд проектов, мероприятий и депутатских пожеланий уже учтены в проекте. Если говорить о тех предложениях, которые поступило, ну их, конечно, меньше, чем предыдущие годы. Если раньше, я помню, у нас было на двух, на трех листах эти предложения, то сейчас они составляют пока на сегодня 7 предложений. Мы вот сегодня рассмотрели и включаем в протокол согласительной комиссии. В сводное заключение постоянных думских комиссий по проекту бюджета попало предложение предусмотреть финансовое обеспечение деятельности Молодежной думы и увеличить бюджетные ассигнования проекта «Молодежная академия». Цена вопросов 15 тысяч рублей и 300 тысяч рублей соответственно. Комиссия по молодежной политике решила дополнить проект бюджета на 2016 год двумя предложениями. Первое – это увеличить финансирование на молодежную биржу труда, добавить 500 тысяч рублей к уже имеющимся 2 800 000. Это позволит нам трудоустроить большее количество детей. Добавляя эту сумму на летнее трудоустройство подростков, мы просили молодежную биржу, чтобы там были квотированы места для детей-инвалидов. Потому что в этом году такая практика уже была, и дети-инвалиды работали в составе трудовых отрядов. Вот мы хотели бы, чтобы для них были квотированы места, чтобы они, если они захотели и могли поработать, чтобы они реально получили вот это место. Мы вынесли 3 наших предложения на согласительную комиссию. Мы сочли возможным поддержать обращение отдела культуры по оборудованию так называемой доступной среды учреждений культуры нашего города. 336 тысяч рублей просим выделить на эти мероприятия. Далее мы обратились к Думе с просьбой сохранить меры так называемого льготного питания для младшего персонала детских садов. Эта инициатива была Думой поддержана в 4-м квартале 2015 года. Мера, в принципе, востребована, поэтому мы предлагаем ее продлить и на весь 2016 год. Ну и несмотря на то, что значительная, скажем так, сумма на ремонт, и тем не менее на поддержку именно школ, просим еще 4 миллиона добавить. Если эти меры будут поддержаны, но мы будем только рады. По дворникам, вот вопрос у нас от ЖКХ комиссии, чтобы инициировать работу и как-то поддержать, чтобы 105 абонементов выдать в определенный период временной этим людям, кто работает и обеспечивает порядок на наших улицах, выдать вот эти абонементы. Вот. Транспортные? Конечно, на автобусы. Спокойные, в хорошем рабочем ритме прошли и публичные слушания по проекту бюджета Новоуральского городского округа на 2016 год. В них могли участвовать все желающие новоуральцы. После озвучивания основных параметров текста документа прозвучало всего 4 выступления. Из них конструктивных с предложениями в рамках расходных полномочий Новоуральского городского округа было 2. Состояние понтонов на городском лодочном причале. Причал рассчитан на 390 стояночных мест. Общая длина пирсов 300 метров. Длина одного понтона 6 метров. Металлический, сделанный из труб понтон. Износ понтонов, они находятся в воде с 1961 года, то есть 54 года, составляет 100%. Сегодня используются пластиковые понтоны. Стоимость одного понтона в районе 20 тысяч рублей. Если менять, все нужно 50 понтонов. Общая стоимость понтонов 1 миллион рублей. Обществу это не под силу. Понятно, что за один год приобрести и установить
300 метров понтонов – это нереально. Учитывая вышеизложенное, на Уральское общество охотников и рыболовов просит предусмотреть в расходной части бюджета 300 тысяч рублей на приобретение понтонов. Депутаты Думы Новороссийского городского округа совместно с администрацией НГО обсуждали вопрос о необходимости освещения внутри дворовых территорий города, о создании отдельной программы освещения внутриквартальных территорий города Новороссийска. Это, конечно же, надо поддержать. Но в НГО есть другие темные территории. Вот я об одной темной территории хочу сказать, которые вряд ли отнесут к внутриквартальной. Находится такая вот малоосвещенная территория, тротуарная дорожка, соединяющая улицы Промышленной и Автозаводской, между остановкой автобуса и развалинами незакончившейся стройки. Предлагаю проработать вопрос освещенности этой территории либо в рамках программы, либо отдельно, учитывая, что, во-первых, по ней ходят дети целого района улицы Промышленной в школу 48, так как школа 61 в районе закрыта. Во-вторых, жители с улицы Автозаводской по этому тротуару в темноте идут на остановку и обратно. В целях создания безопасности и удобства для жителей прошу рассмотреть мое предложение, может быть, включить его пока в проработку. Ольга Бертье, Павел Сизов, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Сегодня Дума Новоуральска принимала бюджет округа в первом чтении. Депутаты последний день могли вносить свои поправки и предложения в текст документа. Теперь к работе приступает согласительная комиссия, в которую вошли 15 народных избранников. Это представители всех постоянных думских комиссий. Подробнее в ближайших выпусках программы «Объектив». Новоуральская вещательная компания и газета «Нейва» объявляют второй общегородской конкурс детского рисунка «Мой город, мой мир». Принять в нем участие могут дети от 3 до 15 лет, проживающие в Новоуральске. Тема нынешнего конкурса – «Новоуральск – город будущего». Каким видят наши дети будущее своего города? Будет ли у него забор? В какие цвета будут раскрашены его улицы и дома? Работы можно выполнить в любой графической технике на бумаге формата А4. Рисунки принимаются с 18 ноября по 25 декабря в редакции газеты «Нейва» по адресу улица Фрунзе, 7. Ход конкурса будет освещаться на страницах «Нейвы» и программах Новоуральской вещательной компании. Победители получат призы от организаторов конкурса. На публичных слушаниях в администрации округа участники обсуждали проект планировки территории второй очереди 24-го микрорайона нашего города. Согласно генеральному градостроительному плану, в этом районе расположится массив индивидуальных жилых домов. Подробнее расскажет Антон Сапогов. 24-й микрорайон находится между улицей Жигаловского и Мурзинской проходной. Сегодня это просто участок леса, но в планах городской застройки до 2035 года здесь расположится довольно большой район индивидуальной застройки. По замыслу это будет выглядеть точно так же, как этот новый коттеджный поселок на окраине Южного района. Двухэтажные дома на 150 квадратных метров жилой площади и приусадебные участки на 10 соток. Вдоль всего лесного массива тянется высоковольтная линия электропередачи, а под ней расположены садовые участки. В планах застройщиков куда-нибудь их перенести и сделать на их месте автодорогу. Владельцев садовых участков предупредили об этом по почте, но на публичные слушания они почему-то не пришли. По планам градостроителей, через 20 лет на месте этих садовых домиков расположится район индивидуальной жилой застройки номер 24. Все заинтересованные лица, чьи затрагиваются права в рамках разработки данного проекта, это в основном у нас идут садовые участки, где будет проходить дорога с целью транспортной развязки данной территории, были все официально уведомлены. То есть в их адрес были направлены письма почтой с уведомлением для того, чтобы они приняли сегодня участие в публичных слушаниях. Эти участки необходимо ликвидировать до расчетного срока до 2035 года. Собственникам ликвидируемых участков можно предложить обмен на вновь формируемые участки большей или равной площади. По проекту в 24-м микрорайоне будут возведены 163 коттеджа, детский садик на 80 мест, а также торгово-досуговый центр с магазинами, кафе и спортивными залами. Участники публичных слушаний одобрили проект застройки и направили его на рассмотрение главы городской администрации. Антон Сапогов, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания.
150 учителей из разных школ Свердловской области вновь сели за парты. Они приняли участие в семинаре, посвященном новым образовательным стандартам. Он прошел на базе 54-й школы Новоуральска. Эта школа выбрана площадкой проведения такого мероприятия не случайно. Уже 3 года в ней реализуется новейшая учебная программа. Ольга Воинова узнала, что привлекло на семинар такое большое количество педагогов. По мнению многих экспертов, федеральные государственные образовательные стандарты, на которые перешла отечественная система образования в 2015 году, это головная боль института российского образования. Как говорят преподаватели, ФГОС содержит больше вопросов, чем ответов. Учителя же самостоятельно пытаются найти эти ответы на собственном опыте. Мы в качестве пилотной площадки уже 3-й год работаем. Вместе с гимназией 41 мы вот эту дорогу проходим. Поэтому у нас, естественно, наработан какой-то уже опыт, есть первые результаты, конечно, есть достаточно проблем. И вот сегодня мы собрались, чтобы посмотреть, как эти проблемы решать, каковы дальнейшие перспективы. Семинар мы проводим совместно с Уральским педагогическим университетом. У нас в школе сегодня работают доктора педагогических наук, профессора педуниверситета. При реализации ФГОС в основном возникли проблемы, чем какие-то находки и достижения. Поэтому подобная работа и опыт, который предлагает нам 54-й школы, и который я уже успел посмотреть, он бесценен. И большое спасибо за то, что подобные мероприятия происходят. Ценность семинара в том, что информацию его слушателям предоставили не теоретики, написавшие ФГОС, а учителя, уже работающие с этими стандартами. Участники семинара не только получили новые знания, но даже потренировались применять их на практике. Для них были организованы различные мастер-классы. Преподавателям показали такие наработки, как театр на английском языке, живую афишу и творческую мастерскую «Зимняя сказка». Ольга Воинова, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. Проводится отбор на военную службу по контракту войсковую часть 3025 внутренних войск МВД России, город Грозный. Льготные исчисления выслуги лет для назначения пенсии. 1 месяц службы за 1,5. Участникам боевых действий присваивается статус ветерана боевых действий. По вопросам оформления обращаться в войсковую часть 3280, город Новоуральск. Телефоны вы видите на экране. Новоуральское филармоническое общество вновь встретило своих друзей – известный московский коллектив «Классика Арт». В марте этого года, в день рождения филармонического общества, музыканты впервые выступили перед ветеранами, школьниками и любителями музыки Новоуральска. И вновь они посетили наш город со своей новой концертной программой. Ансамбль солистов «Классика Арт» – это один из самых необычных ансамблей не только на российской, но и на мировой сцене. Его концерты – это настоящие музыкальные спектакли. В них театральное действие чудесным и органичным образом переплетено с классической, этнической, современной и джазовой музыкой. Ансамбль существует уже более 10 лет. В его составе прекрасные музыканты, лауреаты международных конкурсов, солисты оркестра Владимира Спивакова и Евгения Светланова. Мы вообще очень часто выступаем в Наукоградах. У нас такое повелось, что мы были и в Черноголовке, были в Сарове, у нас около Москвы Троицке, Пущино, все это такие центры научные, Снежинск, Новоуральск. Здесь замечательная совершенно аудитория, наша аудитория очень интеллигентная, которая понимает и ценит то, что мы делаем. Среди групп симфонического оркестра наибольшим разнообразием отличаются именно группы деревянных и медных духовых инструментов. Каждый инструмент обладает узнаваемым тембром. Концерт, который состоялся в Новоуральске, это редкий случай для любителей музыки и профессионалов. Услышать инструменты в причудливом диалоге и стройном многоголосии.
стараемся немного приблизить, во-первых, для слушателя, с одной стороны, классическую музыку, и с другой стороны, при этом не жертвуя глубиной этой музыки. Мы хотим, стараемся найти вот такой вот баланс. При этом я стараюсь объяснять и перед каждым произведением практически для того, доносить до слушателя то, что будет происходить на сцене. Все музыканты имеют большой опыт по проведению мастер-классов, а четверо участников ансамбля преподают в одной из старейших и именитых музыкальных школ России – Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных. Как и в прошлый раз, перед концертом музыканты встретились с учащимися детской школы искусств, чтобы провести с ними занятия и помочь в подготовке к международным и всероссийским конкурсам. Администрация Новоуральского городского округа проводит конкурс на замещение должности технического специалиста, старшего инспектора управления правового обеспечения кадров и муниципальной службы администрации округа. Срок подачи по 26 ноября 2015 года включительно. Документы предоставляются в кадровую службу администрации округа, кабинет 106 в здании администрации, улица Мичурина, 33. Телефоны вы видите на экране. Сегодня, сразу после выпуска новостей, смотрите программу «Объективно о спорте». Мой коллега Никита Евсеев расскажет о последних спортивных событиях Новоуральска. А далее программа Антона Сапогова «Раздумья ЖКХ». На этом наш выпуск подошел к концу. Всего вам доброго. Смотрите нас завтра в это же время. И только хороших вам новостей.